Так, будем ли устранять конфликт интересов в Архангельском областном собрании депутатов, а другими словами бороться с коррупцией? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, как вы считаете, насколько эффективным будет закон о конфликте интересов в случае его принятия? И вот какие результаты мы получили. Будет эффективен 20%, он бесполезен и проблему коррупции не решит 70%, и затруднились ответить 10%. Это, в общем-то, и сразу было понятно. Совершенно неизвестно, как его реализовать для такого количества людей и для депутатов Архангельского областного собрания. Вот при Илье Филипповиче Михальчуке, когда он был губернатором, там был конфликт интересов. Если ты помнишь, он назначил министром по имущественным отношениям Архангельской области свою сестру. И на одной из сессий Архангельского областного собрания говорил, кому же можно доверить имущество Архангельской области, если только не своей сестре. Мне кажется, это гораздо более актуально, наличие родственников в органах законодательной и исполнительной власти, чем так называемый конфликт интересов, который, причем непонятно почему, нужно принимать прямо сейчас. Одним из первых регионов должна стать Архангельская область. Ну и к другим темам. Катерина, ты была в Государственной Думе на днях. Что вы там обсуждали? Это была комиссия, причем межфракционные, туда входят депутаты от разных партий, по защите христианских ценностей. Есть такая в Государственной Думе. И одним из вопросов, который мы там обсуждали, был как раз наш законопроект, вынесенный областным собранием депутатов, в котором говорится о миссионерской деятельности. Комиссия предварительно этот законопроект поддерживает. Самое удивительное во всем этом, что правительство Российской Федерации написало нам на этот закон отрицательное заключение, говоря о том, что он не совсем конституционен и вроде как мы нарушаем Конституцию Российской Федерации, давая право регионам самим решать, нужен им закон о миссионерской деятельности или не нужен, актуальна у них эта тема в регионе или не актуальна. Ну, кстати, правительство Российской Федерации не перестает нас удивлять, и в последнее время появился ряд очень странных инициатив в отдельных министерствах. В частности, ради спасения бюджета Минфин предложил вернуть на рынок энергетики, алкогольные энергетики, запрещенные во многих регионах. Министерство финансов утверждает, что отмена этого запрета поможет бюджету получить дополнительные доходы. Ну, очень оригинальный, конечно, способ получения доходов, несмотря на то, что как раз молодежь и употребляет эти энергетики, и в первую очередь, естественно, это скажется на их здоровье и на дальнейшие вообще возможности, точнее невозможности быть активными членами общества и как раз и приносить, наверное, доходы в бюджеты всех уровней. Закусывай, шляпа. Ну и еще подобная инициатива, широко обсуждаемая во всех средствах массовой информации. Министерство торговли предложило отменить всяческие ограничения на продажу алкоголя в регионах. На этой неделе Минпромторг разработал проект федерального закона, который разрешает продажу алкоголя в магазинах, расположенных около социальных и спортивных объектов. Ведомство предлагает исключить из законодательства о регулировании алкогольного рынка понятие прилегающих территорий, в пределах которых магазинам и кафе запрещается продавать алкоголь. Между тем, Архангельское областное собрание выходило с инициативой убрать из этого постановления только коммерческие организации типа стоматологии и массажных кабинетов. Именно на это ссылаются сейчас многие федеральные представители, говоря о том, что это создает нечестную конкуренцию. Когда рядом с одним, например, магазином, который торгует алкоголем, его конкуренты открывают якобы массажный салон и таким образом запрещают продавать своему конкуренту алкоголь в близлежащей территории. Но решить это можно совершенно другим способом, о котором мы сказали. Хорошо, что Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор выступают против таких инициатив. Мы, в свою очередь, от областного собрания также писали письмо в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с тем, чтобы сделать единое расстояние от всех детских и образовательных учреждений минимум 50 метров на территории всей Российской Федерации. Самое интересное, при вводе таких разрешений на все и вся, почему-то руководствуются только разговором с предпринимателями, которых не очень большое количество на самом деле. А мнение жителей регионов и мнение жителей страны почему-то отодвигаются в сторону. Ну и сегодняшний опрос мы сформулируем следующим образом. Как вы считаете, при принятии законопроектов, касающихся продажи алкоголя вблизи детских садов, школ, а также открытия или закрытия наливаек, в чьи мнения в первую очередь должны руководствоваться органы власти? Первый вариант ответа – мнением предпринимателей. Второй вариант ответа – мнением жителей. И третий вариант ответа – затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях, в Facebook и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. А также на сайте Двина.Информ вы можете ответить на этот вопрос. На экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваше мнение и предложения.
Всего вам доброго, до свидания. До свидания.